Расклеенные в самых разных местах рекламные объявления «сдам, куплю, продам», мягко говоря, портят внешний вид города. В фаворитах сегодня – деньги в долг. Их предлагают буквально на каждом столбе. В центре города, спальных микрорайонах, вдоль дорог. Несанкционированным объявлением бросили вызов активисты БРСМ Московского района города. На каждом остановочном пункте, возле каждого подъезда жилого дома существуют специальные доски для объявлений, где любой желающий может повесить свое объявление и написать какую-то свою запись. Но порой наши вот горожане, к сожалению, вешают эти объявления не в положенном месте, а на столбы, куда-то на деревья. Нам периодически приходится, да, проходить с нашими волонтерами, очищать столбы от объявлений несанкционированных, просто потому что, ну, как бы, наверное, немного не хватает организованности нашим горожанам, потому что каждый думает, что ну ничего страшного, а в целом эту картину по городу портит. На этот раз в программе трудового марафона активистов-москвичей ликвидация несанкционированных объявлений, афиши и рекламных листовок на фасадах жилых домов, деревьях, ограждениях, остановочных пунктах. В ходе акции было удалено несколько десятков объявлений на улице Мопра. Для волонтерского отряда «Имкнение» это не разовая акция, а традиционный субботник. Мы планируем разработать специальный состав, который будет вообще препятствовать наклеиванию объявлений в целом на столбы, чтобы они были всегда чистые, ухоженные, и когда нету возможности клеить, то их, наверное, тогда начнут клеить в положенном все-таки месте. В организации говорят, во-первых, цель акции – привлечь внимание населения к вопросам сохранения историко-культурного наследия, экологическим проблемам, во-вторых, оказать помощь коммунальным службам города в уборке. Работа в данном направлении будет и дальше находиться на особом контроле активистов БРСМ.